Особое место в обновленной экспозиции музея «Симбирская фотография» занимает передвижной кинопроекционный аппарат «Украина». Он был создан в 70-е годы прошлого столетия на одесском заводе «Кинап». Кинопроектор предназначен для показа фильмов на 16-миллиметровой кинопленке. В целом, кинопередвижка «Украина-5» состояла из самого кинопроектора, усилительного устройства, блока питания, комплекта акустической системы, настенного рулонного экрана шириной 1,5 метра и пленочных бобин. Передвижные киноустановки предназначались для демонстрации кинофильмов в помещениях. Такие кинопередвижки раньше были не только в клубах, где демонстрировались фильмы, но и в школах. В отличие от стационарных кинопроекторов, монтировавшихся на тяжелой прочной станине, передвижные устанавливались на штатив или другую временную опору. Наиболее распространенным форматом кинопередвижек была 16-миллиметровая кинопленка. Узкая кинопленка позволяла сократить число перезарядок до одной. Теперь киномеханику больше не нужно возиться с пленкой и склеивать фильм из нескольких бобин. Современный проектор цифровой.